Про искусственный интеллект послушал. Говорят, что лучше в 12 часов, когда для людей это лучше. Не надо уходить, приходить, уже мы здесь. Уже в 11:30, ребята. Может, в 11:30 лучше, да. Чтобы тут какой-то... Да. В 11:30. Сейчас можем будет погулять, зонтик. В 11:30. Ну, примерно. Все равно вы придете позже. Хорошо. Татьяна. Дорогие друзья, наших именинников поздравили. Мы присоединяемся, Лариса, к этому. И я хочу пожелать обоим. Пусть не вас... Все желают всегда здоровья. Все желают долгих лет. А я хочу сказать, пусть невозможное для вас обеих станет возможным. Пусть станет близким все, что далеко. И что порой вам кажется так сложно, решалось красиво и легко. Дорогие друзья, давайте мы с моим нашим именинником Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Повернитесь, а то ко всем спиной как-то некрасиво. Опять же, не будем говорить про года. Это наша пока. Важно, что мы... Когда-то это, может быть, будет важно, но все знают, что он старше всех. Вернее, все вы знаете, что он старше всех. И лучше всех. И спасибо ему жене, конечно, но ему самому. Лёшка, вам тоже ходи. Пожелай здоровья, долгих лет жизни. И еще раз радовать и радовать присутствие. Хорошо? Сегодня сказал. Я еще... Сейчас он скажет. Еще одну секунду. Может, я потом забуду. Просто пришла сегодня такая голову мысль. Значит, книги, помните, Фридриха? У нас всего 14 книг. Ну, сегодня я сделал список городов. У нас один город только добавился, Гётинген, где Лея Сорина, ну, которая по полиции не могла поехать, ну, я думаю, ей будет интересно. Ну, и без книги у нас останется только Гамбург. Ну, в принципе, им и не надо, у них есть. И я подумал, что если мы попросим Леонида, у него есть свой сайт в интернете, свой сайт. Нормальный, заходишь, Леонид, да, Сидер, и, пожалуйста, он там выставляет и наши какие-то собрания, которые были, встречи здесь, и все-все-все. Может быть, ему придет в голову, как эту книжку по страницам сделать, и мы сможем всегда зайти и почитать. Потому что книга одна, достанется Гемальник, как оно там будет. Это... Нет, ну он выберет там, я ему список там тех хороших стихотворений, которые Фридрих нашел, а может он еще дает. Хорошо? Я все-таки скажу, что я максимально приблизился к 100-летней отметке. Мне осталось всего 4 года. Ну, за это я благодарен своей жене и сверху. Значит, я свои позиции не сдаю. Если раньше я занимался экономической кибернетикой, то в настоящее время я занимаюсь искусственным интеллектом.
который позволяет создавать литературные произведения, видео и даже рисовать. Поэтому, если кто захочет, я на телефоне смогу продемонстрировать результаты работы. Искусственный интеллект. И вместе с тем я хочу поблагодарить вас за внимание и пожелать вам достигнуть моих лет, а может быть и больше. Я, конечно, еще поздравляю наши руководительницы Лариса и Таня. Таня и Лариса. А послушайте, у нас сегодня ничего нет. Ну, планета. Может быть, нам про этот интеллект выведем туда чуть попозже и посмотрим? Нет. Как вы видите? Как мы сделаем? 12 встречаемся или до того? Ребята, про искусственный интеллект. А во сколько? 10. 10 рут. Зашло бы так, как оно, цей, ну, и не вправляет,